Добрый день, уважаемые подписчики канала «Про цветок». Сегодня с вами Дуброва Ольга и снова разговор о пеларгониях. Ведь мы с вами не договорили очень много чего, но остановимся только на посеве. Что делать с семенами и когда их высевать? Иногда читаешь в литературе, что семена герани и пеларгонии якобы облачены в крепкую оболочку, которую надо скарифицировать. Но если я вам покажу оболочку семечка пеларгонии, то я даже не знаю, как вы их будете скарифицировать. Лично я никогда не скарифицирую. Поэтому давайте мы с вами сделаем такие опыты и посмотрим, что происходит с пеларгонией при разных формах посева. Мы с вами заложим 4 опыта. Первый опыт наш будет такой. Это вот пеларгонию семена. Это подготовленные магазинные семена. Они не инкрустированные, поэтому я их замочила на сутки, периодически меняя воду, чтобы немножко все-таки их оболочка набухла и была готова к тому, что туда будет поступать в дальнейшем влага, воздух и прочие дела. Второй опыт наш будет просто посев сухими, подготовленными, купленными в продаже импортными семенами. Еще один опыт будет, это семена собственного сбора. Они очищены будут от таких опушения такого хвостика. И снова мы их сеем сухими. И еще один опыт, когда мы просто обленились в конец, уже под конец, и сеем их вот как собрали, со всякими пушками, со всякими хвостами, легким мусором, мы их посеем в нашу почву сегодня. Семена пеларгонии можно не только приобретать. Если вы однажды завели у себя пеларгонию, и у вас есть загородный участок, то завезите на лето свои любимые пеларгонии на участок. Пусть это будет не яркое палящее солнце, пусть это будет полутень, где-то на крылечке, где-то недалеко от вашей зоны отдыха, где в течение суток бывает и тень, и солнце, но это не целый день палящее солнце. И семена пеларгонии у вас непременно на вашем растении завяжутся. Они выглядят вот таким образом. Пеларгония с латыни переводится как клюв аиста. Оно в самом деле напоминает головку аиста с таким удлиненным клювом. Здесь они еще зеленые, но вообще у пеларгонии таким образом устроен плод ее, что когда растение, не растение, а когда семечко созревает, оно раскрывается с такими летучками и разносится ветром. Для того, чтобы этого не произошло, что вы успели собрать, оно как бы выстреливает из этой точки. Там такой специальный механизм предусмотрен. Вы можете в процессе, когда видите, что они еще зеленые, срезать верхушечки. Мы отрезали этот механизм, и поэтому все ваши семена останутся на растении. Пеларгония в открытом грунте очень хорошо завязывает семена. Находится местный опылитель, несмотря на то, что она африканка. И вы будете иметь свои семена. И давайте теперь займемся непосредственно посевом. Так как у меня семян много, то я буду сеять в такой вот ящик. Дно ящика заслали мы газеткой, насыпали почву тоже подготовленную, как, в принципе, как и для посадки, только мы не добавляем удобрения сюда. И полностью ящик мы не заполняем. И теперь, если кто смотрел прямой эфир, я вам покажу волшебную такую шлепалку, назовем ее. Я не знаю, как ее назвать. Уплотнитель для грунта. Совершенно простое вот такое вот устройство. Досточка, еще одна досточка, которая пригвождена. И это нам дает возможность во время посева хорошо уплотнять почву. Как я говорила уже, показывая на пальцах, чтобы в уголках было уплотнено, чтобы здесь не было пустот. Делая это вот так вот пальцами или ладошками, все равно у нас остаются
неравномерные такие углубления. И мы никогда не добьемся равномерности. А чем это чревато? Тем, что при поливе семена одни будут замываться, особенно с мелкими, когда растение имеет мелкие семена, и будет происходить, возможно, даже загнивание или заболевание. Вот мы слегка еще на этой стадии уплотнили. У меня есть такие вот специальные сито. Для этого можно приспособить друшлаг. И верхний слой почвы, на который мы будем высевать семена, нам необходимо просеять, чтобы избежать различных больших вкраплений. Возможно, это будут корешки, камешки или уплотненный грунт, глинистые какие-то частички. Ну, вот таким образом верхний слой. Верхний слой пусть составляет не меньше сантиметра, потому что затем в той зоне будут развиваться корешки. И чтобы им было свободно, чтобы они могли дышать, чтобы был доступ кислорода, снова прижимаем, разравниваем то, что мы насыпали, и слегка уплотняем. Вот получилась такая, ну, просто не ящик, а лялечка у нас. Красота. Теперь мы будем проливать. Проливать будем с использованием марганцовки, нашей любимой. Здесь у нас водичка. Здесь у нас марганцовка. Марганцовкой, как всегда, мы поступаем на глазок. Перебарщивать не надо, потому что это тоже не совсем хорошо для растений. Микроэлементы, как мы помним, хороши в минимальных дозах. Пролили. Даем впитаться. И в зависимости от увлажнения нашего субстрата, мы подливаем воду до такой степени. Сейчас будем смотреть. Вот первая часть впиталась. Еще немного я вижу такие сухие места. Еще. И даем впитаться. Во что бы мы ни сеяли, вы такую шлепалку можете сделать любой формы. Может, у вас маленькие какие-то контейнеры, может, у вас круглые контейнеры. Любую форму можете сделать для того, чтобы слегка уплотнять и делать поверхность равномерной. Теперь мы уже не уплотняем. Мы уплотнили, мы пролили и проверяем. Значит, мы надавливаем слегка и видим, что вода не остается в том месте, где мы придавили слегка. Значит, это хороший полив. Но мы видим, что там влага присутствует. Вот такой степени полива необходимо добиваться, чтобы в дальнейшем мы излишне не вмешивались в этот процесс пробуждения семени, чтобы вот первичного запаса воды в почве, в которой прорастают семена, хватило как можно на дольше. Теперь надо как-то нам разграничить наши опыты. Я воспользуюсь тоже подручным средством. Это оплетка от тротуарной плитки. Очень удобно разграничивать посевы, особенно когда речь идет об опытах, как у нас, либо о различных сортах, которые мы сеем не по отдельным стаканчикам, а в одной какой-то большой емкости. В большой емкости сеять удобно, потому что, во-первых, обеспечивается большой запас влаги. Во-первых, на стадии прорастания мы не должны торопиться, а я и скорее там их рассаживать, потому что большой запас грунта, есть куда разместиться корням. То есть достаточно питания обеспечивается. Ну и распределяем на 4 части. Раз, два. Здесь мы еще что-нибудь посеем. 4. Раз, два, три, 4. Конечно же, мы подпишем. Подпишем. Чтобы сейчас не тратить время, значит, на каждой этикетке мы напишем, что? Значит, сухие семена. Дата. Замоченные семена. Дата. Семена собственного сбора. Дата. И семена собственного сбора без всякой чистки, со всяким мусором. И посмотрим, влияет ли замачивание, влияет ли дополнительная очистка от каких-то придатков семени на их прорастание, на энергию всхожести. Посмотрим, как они быстро, первые ребята, прорастут. И на, в целом, на всхожесть семян. Эти семена были замочены. Я их просушила до такой стадии, чтобы они могли слетать с бумажки. Вот немножко вначале я загустила,
Поэтому мы сейчас их разведем друг от друга. Семена должны располагаться равномерно в процессе роста, чтобы они друг друга не теснили. Если мы видим, что какие-то лежат очень близко друг к другу, мы их разводим, чтобы они потом друг другу не мешали расти. Потому что и на стадии образования первой, второй пары настоящих листьев должно быть у маленьких сеянцев проветривание. Иначе могут присоединиться различные корневые гнили, черная ножка, ну и еще какие-нибудь беды. Следующее – это у нас семена, которые мы не замачивали. Мы приобрели их в магазине и сеем. На бумажке удобнее, потому что мы видим, как они у нас сыпаются, потому что из пакетика можно так сыпануть, что они упадут просто кучей, а потом возить с ними. И вот мы таким движением распределяем. Движение может быть еще таким, что набрать щепотку и насыпать в те места, где у нас семена почти не попали. Можем дальше распределить также, только уже в другом направлении, как сеятель на поле. Теперь собственные семена, которые мы слегка с вами, вернее без вас, но мы слегка их очистили. Мы убрали с них опушение. Они достаточно крупные, это те, которые росли в грунте. Все мы сюда, в эту ячейку, сеять не будем, потому что это будет очень густо, а только частично, так, чтобы они потом не теснили друг друга. И берем теперь то, что напоследок, совсем мы заленились, они с мусором, они с таким опушением на хвостике, смотрим. Вот здесь их немного, но они вот такие вот всякие. Вот видите, вот на этих своих таких пушистых летучках они разносятся ветром. И сейчас куда-то хочет унестись. Поэтому мы их здесь тоже раскладываем. И будем смотреть, как они себя будут вести. Мешает им это опушение? Не мешает? Надо к ним так уже очень деликатно подходить и очищать. Все, здесь мы пометим. И сверху, насколько присыпаем, мы снова берем сито. Вы можете воспользоваться другим приспособлением. Диаметр уже гораздо меньше, так, чтобы равномерно произошло засыпание, присыпание. Диаметр этих ячеек 2 мм. Это может быть друшлаг или различные сито, которые используются в кулинарии для того, чтобы просеивать муку или еще что-нибудь. Или какие-то семена, может, вы найдете такие специальные сито. И присыпаем. Удобно, потому что равномерно происходит засыпание. Либо вы, если ничего такого не нашли, вы можете через друшлаг тот же или сито кулинарное насеять в совочек. И уже из совочка равномерно присыпать семена. Ну, такие семена мы присыпаем, как говорится, на величину 3 размеров. То есть это где-то будет порядка 3 мм, ну, не больше, чем 0,5 см. Это будет излишним. Он не то чтобы сильно помешает. Я встречала в своей практике и хорошие жизнеспособные семена бегонии, которые замечательно сходили, засыпанные достаточно толстым слоем грунта. Поэтому присыпали вот таким образом. Немножко можно сверху уплотнить. И затем мы накрываем стеклышком нашу емкость, либо целлофаном. И наблюдаем. Если вы заметили, что поверхность немножко подсохла, то вы стеклышко или пленку снимаете и обычным пульверизатором увлажняете сверху. Если скапливается конденсат, то можно просто перевернуть и протереть, либо протереть. Пеларгония прорастает на свету, ей не надо никакая притенка, и температура желательно 20-22 градуса. Затем в процессе роста температуру немножко снижают, когда уже мы пересадим наши молодые растения, и жару
на начальных стадиях роста жару пеларгония не любит. Тогда у нее будут подсыхать краешки листьев и будет казаться, что это что-то произошло с растением, какая-то болезнь. На самом деле будет происходить подсыхание листа по краю от того, что слишком высокая температура. То есть температура порядка 28-30 градусов будет пагубно сказываться на внешнем виде. Она не умрет, но цветение будет значительно дальше отодвинуто. Ну, будем ждать, что будет происходить с нашими сеянцами. И вы же помните то, что касается посева. Температура 20-22 градуса должна быть не только днем, но и ночью сохраняться. Постарайтесь как-то вот обеспечить такие оптимальные условия. Свет, температура, ну и, конечно же, влажность. Если вы семена решили все-таки замачивать, то смотрите, после того, как вы их подсушиваете, что вы их не пересушили, чтобы они снова, если вы долго замачиваете, то ростовые процессы трогаются в ход, и если вы вдруг про них забыли, подсушивая, то все это тормознется уже безвозвратно. Ну, это то, что касается посева пеларгонии. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Процветания вам и вашему дому. До свидания!